Hey, друзья! И снова всех приветствую! Мы продолжаем играть в Астронир. С вами Юрий Кот, Полина Нехочуха. Привет, Полин! Привет, ребят! Привет, Юр! И у нас есть маленький гаражик, правда, с одной тачкой. Да, потому что произошло некое обновление в Стиме, игрушка, значит, вылетела, и мы тут записали очень интересный материальчик, который вам, возможно, понравился бы, но придется все повторить, правда, уже без тех прелестей, которые мы здесь понаходили. Че, идем? Ты уже знаешь дорогу, собственно. Давай, да. Ребят, сделали мы лаз, мы пробрались на гору, там, где снежные вот эти вот вершины. Выглядит это очень круто. Если проявить немножко фантазии, представить, что в игре больше атмосферы, чем есть на самом деле, то я думаю, что у вас получится все получится получить удовольствие от этого видео. Так, потом я забыла, куда. А, вот сюда. Да. В эту дырдочку. Туннельчики, вот такой вот, ребят, серпантинчик, туннели, ступеньки, и наверху очень круто. Мы сейчас покажем и расскажем, что мы здесь проделывали, что мы здесь нашли, как это все выглядит, потому что такого еще, ребят, у нас в сериях не было. Мы нашли имеет снег. Место быть. Да, Юлка, ребят. На снег нас вывел. Здесь есть снежочек вот такой вот. И наверху лежит вот такая вот огромная деталь космического корабля. Приблудина. Да, построил вот такой вот мостик, ну типа а-ля Скайрим, только немножко кубический или даже треугольный. Слушай, ну в этой игрушке нет кубиков, здесь есть треугольники. Видишь, что построено? Многогранность, мне кажется, тут есть. Но, типа, ну, чуть больше треугольники как-то. И у нас с тобой вот эта железяка упала, ты помнишь? Да. Помню, но мы с ней сделать ничего не можем. Короче, ребят, нашли мы вот эту тему. Нашли мы ее издалека. Она прорисовывалась в текстурах, значит, издалека, когда мы подъезжали к этой самой горе. Говорю я Полине, давай попробуем туда забраться. Там наверняка есть что-то очень вкусное и интересное. И мы сюда забрались. Проделали вот такой вот путь. Угу. А, очень... окно в Европу. Да, очень я осторожно прорубил. Это все нужно проделывать. Так, вот сюда. Подожди-ка, сейчас... А ты что, убрал, что ли? Да нет, вот так нормально будет. А, я чуть не упала. Не надо, не а надо. А еще мы с Юркой падать. Пробовали тут прыгать и думали, может, она свалится. Раскачаем этот мир. В общем, да, мы хотели, чтобы это говно куда-то укатилось, скатилось с горы, но ничего такого не произошло. Видите, ребят, здесь есть вот такие вот пазики красненькие наверху, вон по бокам. Значит, тут мы нашли 3 меди, да, 2 титанчика было, алюмишка одна была, ну и, собственно, все. Кстати. И все. Да, часть из этого всего осталась у меня в инвентаре, остальное у нас есть в складе. Ну, собственно говоря, и все. Показали, что хотели, очень здесь красиво. Сейчас пронаблюдаем еще, посмотрим, что здесь по Мамочки, видам. Осторожненько, очень осторожненько. Очень-очень-очень Юрка, осторожненько. Там нужно на той площадке смотровой посмотреть красоту. Во-первых, можно отсюда посмотреть. Блин, какая красота, Юрочек. Вот да, битые текстуры внизу. Я надеюсь, что сейчас игрушка не выбит, потому что больше на третий раз мне на такой серии не хватит. А смотровая площадка, ребят, вот здесь. Вот, смотри, облако похожее на член. Теперь точно похожее. То облако было похожее на верблюда. А теперь все сходится. Я же говорил. Небеса услышали меня. Ну, посмотри. Ну, ты видишь вот это вот тусклое облако, которое... формирует да, вижу, из себя как... Вижу. Вот теперь точно член, серьезно, вы только посмотри. Ну? Какой кошмар. Ну смотри, смотри, смотри. Нет, ты наблюдай просто за ним, смотри. Ты видишь? Да, я вижу, оно шевелится. Ты видишь, где правда, где собака зарыта? И выходит солнышко. Кстати, а днем... Вот, ну вот теперь это точно член, серьезно. Все, Юра, у меня кислород аж прямо такой-то и закончился. Так, ребят, пошли. Напишите, без шуток, на что похоже это облако. Может быть, я что-то путаю, но... Ну, может быть. Но вы посмотрите на это облако. Так, пошли, облако, хватит. Облако, облако. Ага, облако твое. Так, вот сюда, да, надо спускаться? Я спускаюсь. Ты можешь спускаться куда угодно, а я пойду на своей дорожке. Такая... Слушай, было бы классно иметь парашют, кстати, в этой игре. Забираешься кстати, на гору да. И прыгаешь такой со скалы. Хе-хей, и летишь. О, вот это прикольно. Было бы классно. Так, вот здесь, как да, нужно немножко аккуратнее. Как GTA-шки, да? А глайдить, типа. Да, скольжение здесь, конечно, применяется очень часто в этой игрушке. И, ребят, если вам все нравится, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, паблик. Все ссылочки будут в описании, вы знаете, что делать. А мы тем временем продолжаем дальше. Ну что, ну, ты, наверное, езжай. Садись за руль. Я? Да, хорошо. Ты садись за руль, а я буду бежать рядом для того, чтобы кислород у меня не пропадал. Ребят, сейчас мы займемся тем, что построим
шаттл, возможно, но проблема заключается в том, что у нас нет сидений. Есть вот эти вот обычные, одиночные сидения. Ну и попробуем выйти на орбиту, потому что гидразина у нас дофигища, да? Я же ничего не путаю. Да, у нас да, гидразина да. дофига. И попробуем выйти куда-нибудь ты на орбиту. Ты идешь там за мной, Юрка? Да, да, да. А еще знаешь, что у нас с тобой есть 3 шишки там, которые можем открыть, и, возможно, в них будет большое сиденье, откуда ты знаешь. А, да, ребят, исследования мы нашли. Ну, ребята, кстати, писали, что там шишки, они как-то вот разделяются все-таки исследования, а некоторые из них выпадают ресурсы. Да? Вроде бы как с одинаковых, если мы находим повторные, из них уже будут выпадать ресурсы. Это как в Сабнатике, когда учишь какую-нибудь тему. Я поняла. То вместо изучения он дает ресурсы. Металл он там дает. Это если я все правильно понял. Ребят, напишите, правильно ли я понял ваши слова. Ну, некоторых подожди, из вас. Я тут по камням хребу, скольжу. По идее, где-то здесь может быть моя тачанка. Когда выбила сервер, я ехала на машине, мы ее потеряли, к сожалению. Я бы с удовольствием бы тебе помог, но я не вижу. Так, это подожди, это ты. Ну, я еду. Да, я вижу твою тачанку. Она находится с левой стороны. Где? Юр, привези ее. А ты метку не видишь, да? Вот, смотри, в этом направлении. Три точечки. Нет, не вижу. Вот это ж тачка. Вот это твоя тачка, 3 точки. Я не вижу. Мне не показывают, не отображается, Юр. Так. Мне только точечка одна. Слушай, это. Да, это твоя тачка со складом. Вези, ура. Отлично. А труп там мой хладный не валяется. Из нее соединения выпадают. Труп твой? Ну, вряд ли он здесь лежит. Мне кажется, что тачку просто отнесло. Слушай, из нее падают какие-то... падают детали из твоего трупа, которые уже нельзя подобрать. Это титан, это опоры, это... Нет, можно, вру, можно, слушай. Все нормально можно? Поднимается. Ну, собирай. Да. Они просто меньше по размерам почему-то. Не знаю. Короче, в игрушке есть такая багулечка. Это нужно просто. Так что, я открываю первый этот или жду тебя, пока ты приедешь? Сейчас, подожди. Я тут соберу парочку ресурсов и сделаем это вместе. Я просто не хочу, чтобы ночь наступила, потом не будет энергии, чтобы открывать наши грибочки. Ну, делай тогда шаттл. Запускай. Я сейчас соберу тут энергию. Так, исследование. Ну, а куда нажимать? Оно что-то не светится, подожди. По центру. Энергия есть? Да есть все, я что-то может... Ну, все правильно, я нажимаю. И что, ничего не происходит? А, подожди, я ее неправильно поставила, что ли? Во, все нормально. Все. Неправильно поставила. Солнечная батарея отвалилась, твою мать. Давай. Что там? Я хочу... Я нашла соединение. Все, нормально. Нашла соединение. Ну, соединение тоже неплохо, правда, они валяются теперь по всей планете. Мы, кстати, ребят, начинали предыдущую серию с того, что искали эти самые соединения. Но соединений много. Много мест, где их можно найти. Ну, не то, что хотелось. А вот эта шишка новая, Юр, которую мы с тобой еще не находили. Возможно, из нее что-то выпадет новое. Давай, открывай. Открываю. Так, что, делаем шаттл тогда пока? И там выпали... Фильтры? Что за фильтры, Юр? Что такое фильтры? Ну, ребята говорят, что это не очень нужная тема, но, ну, типа, их можно использовать. Я так понимаю, что фильтры нужны для кислорода или там, где в пещерах вот эти вот газы от растений, они там как раз применяются. Короче, я нашла фильтры в этой штуке. Так, хорошо. И у нас там еще где-то 3-я шишка была, сейчас ямку я найду. Еще одна должна оставаться, да, по идее? Да, но я ямку ищу, я что-то заплутала. Где наша яма, Юра? А, это сложный вопрос, потому что я тоже не помню, где наша яма. С тобой мечемся по базе, как два хомяка каких-то, я не знаю. Вот, наверное. Вот она. Да, лежит одна еще. Так. Ну, по идее, тут тоже будут ресурсы, да, получается? Ну, да, потому что мы такую находили. Ну, посмотрим сейчас. Ну, посмотрим. Нет, исследование. Вот, видишь, ребята неправы, получается. Ну, не все об этом заявляли. Конденсатор топлива. Штука, кстати, очень нужная и полезная. Пусть будет. Идем делать наш шаттл, потом будем делать 2 сиденья. Кстати, сиденье можно снять прямо с наших грузовиков. Че париться, да? Да, мы же все равно их не потащим. Смотри, как я возвожу. Какую красоту. Ух ты. Да классно, слушай. Прикольно. Нихера, он здоровый. А, ну, большой шаттл, да. А гидразин куда? Нужно прикручивать, значит, вот, да, видишь, сбоку, по бокам такие вижу, точечки, типа, соединения. Так, а где там в ямке нам у нас был гидразин? Сиденья нужны. Ставь сиденья, гля. Так, гидразин. А знаешь, в чем прикол? Я их снять не могу. Да ты чё?
Ну, новый, значит, построим. Два соединения, цена вопроса. Я их не могу снять, и я не могу сесть... Так, все. Нужно было подойти только с другой стороны. Юрка. Серьезно? Ну, вот ребята подтвердят. Несобранный юрец, да? Да, несобранный юрец. Пишем так. Хэштег несобранный юрец. Нет, не пишем, не пишем, не надо, не надо, я не переживу этого. Подожди, я складываю гидразин, он пропадает, что происходит? А он пополняет бак. А, да, я тут просто он туда втыкаю, же... он такой раз исчез, и думаю, что такое? Он пополняет бак, все ровно, все отлично. Вот этот фиолетовый индикатор, типа, да? Конечно, да. Прикольно. Так, где у нас гидразин? Мои ухи. Это было прикольно, но оно такое фиолетевенькое, такое прикольное. Так, убираем гидрозин. Юра, где-то мы с тобой еще в пещере видели гидрозин. У меня вот три есть еще. Иди вставляй, потому что сейчас, я уже... Сейчас все вставлю, подожди. Не торопи меня, вот еще один гидрозин. Я ж ищу, хожу и не могу. Уже все пообыскал, ничего не нашла. Рюкзак полон. Ладно, не вопрос, сейчас поставим. Слушай, у нас полбака получается есть. Еще один. И что? Намного это нам хватит с тобой? Заливай, Я думаю, туда и обратно вернуться хватит. Заливай, заливай. Слушай, склады будем с тобой ставить? Есть два места для складов. Конечно, да, есть смысл. Тогда ставить. Опустошай склад. Сейчас я думаю, какой опустошать. А что нужно, чтобы склад еще один построить? В чем проблема? Два соединения. А, так есть у нас соединение. Ой, я гидрозин вот еще нашла. Так, мы можем, знаешь, мы соединение лучше возьмем с собой, мы можем просто в яму поскидывать ресы. Я предлагаю вообще, знаешь, что сделать? Эти опоры сразу намутить, потому что опоры нам пригодятся на другой планете, в том случае, если мы туда, конечно, пойдем. Ну, правда ведь? Ну, теоретически да. Так, я еще нашла два гидрозина, я буду тогда их вставлять, Йор. Да, вставляй, если они вдруг не пополнят бак, они останутся висеть, типа, и когда понадобится снова топливо, они тогда уже исчезнут. Прикольно, слушай, ну надо еще найти тогда гидрозин. Так, литиум так. Пока нам не нужен. Смотрю, что тут у меня. Алюминий, нужен нам вообще алюминий с тобой? С собой, наверное, нет. Я не вижу смысла его брать. Смола, да, в первую очередь, по-моему, нужна с собой. Соединение, смола. Да, смолу нужно будет набирать сразу. Но, кстати, смолы, по-моему, у нас и немного сейчас, не густо. Так, вот я ставлю, тут она у меня со смолой. Я нашел еще одну смолу, есть. Где ямка? Я все время забываю, где ямка. Так, тут энергия. Энергию с собой прихватить на всякий случай? Прихвати. Блядь, мне ее некуда поставить. Так, что мы оставляем с собой? Смола, так. Титан. Титан нам не нужен, во всяком случае. Пока, если что, потом вернемся, типа, да? Угу. Так, я нашла еще бочку гидрозина. Хорошо. Малахит нужен? Вот смола есть. Сейчас смолу беру. Нет, пока нет. Мы полетим пока Латерит, на экскурсию. Ничего не нужно, да? Да. Энергию беру. Я хочу поставить склад прям вот с этими соединениями. Я думаю, что соединения надо пригодятся очень сильно. Короче, ребят, готовимся к большому путешествию. Значит, энергия вставляется, соединения вставляются, смола есть, опоры, парочку пусть будет, потому что на новой планете нам придется искать какую-нибудь новую дорожку, стежку, по которой мы сможем пойти. Так, я еще смолу складываю, Юр. Энергия. Гидрозин. Да, собственно, алюминий я, наверное, оставлю. Все, гидрозин больше не это, да? Не пополняется гидрозин больше? Нет, все, наверное, полный бак. Ему уже просто некуда заливаться. Слушай, а эта энергия так никуда и не делась, да? Короче, она так и стоит тут. Так, что еще мы с тобой разыскиваем? Бред какой-то вообще. Так, соединение еще беру, да? Титан нам не нужен, ты говорил, да? Да, вроде бы, как бы и нет. Литиум тоже не нужен. Пока нет. Пока все, алюминий. Все... Так, как бомжи пойдем пока. Чисто на разведку посмотреть. Соединение я взяла, еще нашла. Так, все обыскали или нет? Смотри, солнечные батареи мы тоже с тобой вставляем. Бери. Вставляем. Ветротурбина тебе нужна на рюкзак, кстати, на твой?
Ты же вообще там без ничего. Ничего ж нет у меня, да. Возьми одну, вот тебе ветротурбина и спасибо. Солнечная батарея. Иди сюда стоять. Вставляй. Вот, есть. Все, этого на хорошо. Первый раз нам как будто бы и хватит. То есть у нас есть два склада, один остается прямо здесь, правильно? А ты хочешь оставить его? Слушай, я только что положил в инвентарь соединение, и оно, блядь, пропало, как у тебя. Да? Короче, не ребят, бывает. Игрушка реально нестабильная. Это очень плохо. Ну что, погнали тогда? А как сесть? Тап, да, тоже? Ну, тапчик нажимаешь. Блин, у вас такая ванна гидразина просто дофига. Ну что, кто управлять будет, ты или я? Ты, не, Юр, ты. Я в таком не сильно. Думаешь? Да. Так, сейчас все сделаем красиво. Красиво. Слушай, ну классно, смотри, как классно. Да вообще все классно. Я кручу-верчу вообще. Улететь хочу, блядь. Да. Воу, смотри, какое топливо, только что прям огни такие были. Ну четко, о, господи. четко. Мы в космосе? Мы в космосе, мама, я в космосе. Можешь передавать привет? Можешь передавать привет из космоса. Вопрос заключается только в чем? Куда мы? В какую планету? Нам нужно открыть теперь каким-то образом карту, а я забыл, как это делается. Ты помнишь, как это делается? Я не знала, я не то что не помню, я не знала. Так, давай разбираться. Я нажимаю на вот эту херню. Вот, отлично. И выбираем другую планету. Подожди, есть у нас пустынная планета, есть у нас засушливая планета, есть у нас какой-то белый, блядь, карлик, я не знаю. Его пока нельзя трогать, потому что он находится дальше. Получается, что на самую дальнюю планету мы полететь все равно не сможем. Нам нужно прыгать по первым. Пустынная — это та, которая рядом с нами. Это своего рода луна нашей планеты, она даже меньше по размерам. Засушливая — самая дальняя. Летим сначала к ней. Ну, в смысле, это самая ближняя планета из дальних, на которую мы сможем попасть. Дальше у нас просто нет такой возможности. Так. Господи. Что происходит? Вот она, красненькая. Смотри, какая. Вот так это все и работает. А ты не видишь, что ли, что происходит? Не-а. Блин, пипец. Жаль, очень жаль. Я в кос. А, я вижу, красная планета. Так, мы к ней, есть, да, приближаемся? Да, у тебя, наверное, задержка, да, и по серверу идет, насколько я понимаю. Ну, видимо, да. Слышь, а тут точки какие-то, видимо, куда можно приземлиться, что совершенно ли? Верно, но подожди, пока не трогай. Я хочу посмотреть, что здесь есть еще. Я ничего не трогаю, ты управляешь, есть радиоактивная планета рядышком, есть какая-то белая фигня, непонятно. Ну и все, остаемся... А, есть экзотическая планета. На экзотику давай, меня тянет на экзотику. На экзотику, блядь, тебя тянет? Да. Давай попробуем. Гидразина у нас, кстати, еще дофига. Ребят, летим на дальнюю экзотическую планету. И тут нужно понимать, что когда планеты, они же вращаются, не получится таким же, собственно, путем добраться до той планеты, от которой, да, мы и вылетели. Смотри, какая планетка крутая. Че, в любом месте где-то садимся? Да, где-нибудь. Давай на фиолетовое. Фиолетовое. Давай на фиолетовое. Давай на фиолетовое. Господи. Чисто а в теории. А ты снизу решил? Все, не-не-не, мы летим, летим, летим сквозь облака, сквозь звезды. Ой, меня сквозь... подлагивает немножко, но ничего. Да, ребят, FPS падает вообще да, жутко. Да-да-да. Слушай, мы вообще на краю пропасти какой-то приземлились. Что это за овраги? Так, выходим. Так. Выходим. Блин, ну слушай, круто. Гламурная планетка, я скажу тебе, однако. О, смотри, грибочек сразу. Кстати, грибы, да. Да-да-да. Есть, один оторвался. Блин, слушай, там реально ямы жесткие. Юр, не упади только, потому что ты там умрешь и останешься навсегда, а я тебя не заберу с той планеты. А тебе чини пофиг. Может быть, я мечтаю умереть такой смертью. Так что, тут остаемся? Блин, устроить здесь базу, это как бы, ну, вообще не варик. Мы можем пойти полетать по другим планетам. Я, знаешь, почему не хочу делать этого часто? Потому что если игрушка сейчас вылетит, то эта серия тоже по херам пойдет. Да, давай. Но давай полетим все-таки на красную. Хорошо, давай на красную, там строим базу, да? Да. Давай, окей. Совершенно верно. Поехали! Господи. Мамочки, господи, главное, чтобы не были... О, там такой гриб был, на котором был этот! Ну все, поздняк метаться. Уже я вообще... думаю, что на второй планете, кстати, она самая ближайшая к нам, мы сможем найти то, что мы еще много не находили. Много соединений, да? Но мне бы хотелось. Экзотическая планета, кстати, выглядит сдалека, ну самая... Тундровая планета есть рядом. Нет, в тундру я не хочу. А она, по идее, будет населена, кстати, зеленью, да, должна быть? А хер знает, что там в тундре?
Я всегда думал, что это что-то холодное. Что-то сибирская планета какая-нибудь. Так, давай, тундра. А проблема заключается в том, что ближайшая планета — это тундровая. Да, она только что была, но теперь улетела. Мы, конечно, можем подождать, когда она снова будет в радиусе нашего обзора, но это будет очень долго. Короче, у нас выбора нет. Тундровая. Летим на тундровую планету, ребят. В тундре мы еще не были, так что для нас вообще, в принципе, все... Круто, потому что мы нигде не были. Топливо еще дофигища. Топливо — это круто, что дофига. Я думал, там сейчас хоп, и все, и пол корабля. Да, да, да. Так, ну приземляться, так понимаю, вообще не принципиально куда, да? Давай лучше в зеленый массив все-таки. В зеленую какую-то зону? Ну, я бы хотел как минимум приземлиться куда-нибудь в день. Ну давай, куда-нибудь в день. Ну вот сейчас, подожди, сфера сейчас вот обойдет. Вот это зелененькое, где там подсвечивается, да, ты имеешь? Да, но это, по-моему, не работает. Хотя вот это похоже на день. Ну, реально похоже на день. Давай уже, нажимай. Летим. Хотя оно все одинаковое, по-моему, да? Угу. Это абсолютно. Просто такой эффект, типа, отсвечивания от солнца, но при этом планета вся темная. О-о-о, слушай, прикольно. Прикольно. Мы тут мерзнуть не будем, это северное сияние, типа. Да, блять, это как в Лонг Дарке, ёпта. Слушайте, прикольно, прикольная планета, такого я еще, кстати, не видел. Мы вообще много чего с тобой не видели. Ау. Тихо. Я переживаю, что тут мы не узнаем с тобой бурю и погибнем. Так, есть у нас тут уже сразу со старта гидразин, кажется. Да, гидразин у нас есть, то есть мы его можем подобывать, следовательно, замутить в свой корабль еще топливо. Так. У меня энергии нет. Ну добывай, если у тебя есть. Слушай, мне кажется, что мы на этой планете исследования будем искать точно так же, как и на нашей. Угу. А вот на той, которая экзотическая, они там прям сверху валялись, понимаешь? Да? Да. Че, думаешь, туда лететь? Ну кто ж меня слушал? А мы сейчас не найдем просто это место. Угу. Мне кажется. Или вернемся, как думаешь? Да не знаю, Юрка, сам решай. Думай. А вот это под ногами это не смола? А хер знает. Сейчас я вот сюда еще пойду, там что-то лежит. Попробуй. Я пока дозаправляю наш шаттл. Так, здесь у нас есть кислород, просто камни. Ну, планета, честно говоря, не очень. Так, есть грибочки. А ну-ка. Посмотрим, может быть, что тут это есть. Что такое, мне интересно. А, это гидразин, я еще гидразин нашла. Отлично. Прям возле нашего шаттла. Вставляй. Я собираю энергию, но под этими грибами ничего нет, кстати. Просто грибы. Но я от них избавился. А вот под теми грибами, кстати, уже что-то может быть. Угу. Проблема в том, что исследование мы не сможем сейчас никуда поставить. Я же правильно все понимаю? Нам нужна база. Да, все надо по новой. База, да, все нужно строить. Мы должны с тобой выбрать планету. Че, на экзотике поживем, может, тогда, действительно, если там есть куча исследований, почему нет? Угу. Я еще гидразин нахапала. Ну решай, все, решай. Улетаем. Улетаем на экзотику. На экзотику? Да. Сейчас, подожди, гидразина добью. Раз уж, понимаешь, прям под ногами. Грех же ж не взять гидразинчик. Просто в чем проблема? Мы сейчас вырыем какую-нибудь яму. Замутим какой-нибудь маяк, возможно. Мы будем очень долго искать точку. Для того, чтобы сделать, ребят, исследовательскую платформу. Все, вылетаем, да? Да. Для того, чтобы сделать исследовательскую платформу, нам необходимо иметь капсулу обжитую, в которой мы сможем жить. А у нас такой фигни, по-моему, нет. Я все правильно понимаю? Капсулу? Ну, от капсулы, от которой идут разветвления при помощи смолы, мы делаем платформы. У нас такой капсулы нет. Нам нужно было ее поставить с собой здесь, на шаттл. И только с этой капсулы... А что ты не сказал об этом? А у нас ее нет? А нельзя взять, которая у нас там на базе стоит? Да нет, все, она укреплена как-то. Ты же ее не вырвешь, блядь, с корнем. Так. А что, теперь получается, что капсулу нужно искать? Мне кажется, нет, Юра, что-то ты вот это вот нет. Да нет, нам нужна капсула, я тебе точно говорю. Я же видел, как это все работает. Не помню я, не могу сказать точно. Слушай, ладно, все думай. Планеты от нас находятся очень далеко.
и нужно ждать, когда они снова будут где-то в поле зрения. Угу. Поэтому подождем. Тун-турум. Тогда сразу капсуле лети. В смысле, на нашу планету? Нет. Найди капсулу и лети к ней. Капсулу нужно брать с собой. Она доступна в изготовителе, в исследовании, которые открываются из вот этих вот артефактов, которые мы находим. А как называется? Капсула называется или как она называется? А вот хер знает, как она называется. Но нам нужна вот эта капсула. Ребят, напишите, как называется эта капсула. Хотя бы, чтобы мы имели представление, есть она у нас или нет там в рецептах. Но вроде бы пока нету. Я подозреваю, что вот эта белая фигня, планета, это типа центр. Ну, так называемое солнце, наверное, наше. Да? Да. Так что, мы на экзотику летим? Чи до дому, до хаты? Да вот я пока вообще ничего не вижу. Я не вижу ни экзотики, ни каких-либо других планет. Все куда-то потерялось, все где-то далеко. Ага. Ну вот, вот эта тундра, которая возле нас, да, сейчас там? Сейчас я попробую еще раз. А как карту открывать, Юрчик? Скажи хоть, я хоть гляну. А карту открывать, значит, вверху. Вот этот значок красненький, стрелочка вверх. Ты нажимаешь на нее, и вот, да, у меня тоже все поменялось. У тебя тоже должно было меняться. Мы ждем, когда в эту белую линию зайдет планета. Какая-нибудь красная, хотя бы. Вот, самая близкая красная, Юр. Ну, сейчас пойдем еще на ней, посмотрим, что там есть. Она вот-вот, да, должна зайти в это поле. Да. А после нее уже пойдем куда-нибудь дальше. Либо на экзотику, либо останемся на красной. Но на красной мы еще не были. Я предлагаю исследовать и посмотреть. И какая нам больше понравится, туда и пойдем. Но тундровая типа не вариант. Все, заходит красная. Смотри, в полосу зашла. Можем до нее залететь? А как убрать теперь? Как свернуть? Я не понимаю. Да. Ничего пока не трогай. А, все, засушливая. Ну, двигайся. Угу. Ну, есть. Я просто не могу. Как вернуться обратно там, где я была? Пока вообще ничего не трогай, ничего потому не трогаю, что ты сейчас нажмешь, и мы опять улетим куда-то в обратную сторону. Есть радиоактивная, хотим мы ее посмотреть? Нет, я не хочу в радиоактивную планету. Тогда на засушливую, правильно? По идее, да. А вон там, смотри, сейчас и эти придут, по сути. Вон зелененькая. Ну, может, давай хотя бы посмотрим в этой серии просто планеты, какие есть. Как они выглядят, давай. Имеется. Ну, давай. Хорошо. Я понимаю, что... Заходим. Я понимаю, что нам нужно сейчас определиться с планетой, а потом уже только где-то тусить. Угу. Слушай, красненькое такое все. О, прям возле грибов сели ядрить. А мне не садится. В засушливую? А, нифига, вот, здесь жесть. Здесь ежи, короче, летают. Здесь очень опасно. Ты видишь, что происходит на планете? Да, я вижу, но я не хочу спускаться прям в эти. Мы можем отсюда улететь. Прикольно. Нет, мы можем отбежать теоретически, я думаю. Чего? Да, но вот эти вот ежи, которые летят, я просто уже посещал когда-то без тебя подобную планету, и они ни к чему хорошему эти телодвижения не привели. А можно... это какая? Засушливая, да? Это да, это засушливая планета. Помчали отсюда. Так. Вылетай. Улетаю. Фа-фа, как паровоз, короче, да? Такой из туннеля, ёпта. Так, что у нас есть еще на примете? А, у нас есть радиоактивная, которую тоже можно было бы посмотреть. Давай. Я думаю, что там будет все точно так же дела обстоять. Ребят, тогда ну другую, летаем, давай. Летаем. Сегодня мы с вами летаем по планетам. Показали гору и летаем по планетам. Где радиоактивная? У нас опять нет никаких планет. А, нет, так я успеваю. На радиоактивную успеваю. Давай. Успеваю, все красиво. Заходи на посадку. Все в ажуре. Вот эта желтенькая. Да. Смотри, тоже прикольно смотрится, кстати, да? Так, остается. Вот здесь две точки, типа, вместе спаренные. Удобное, давай. Кстати, место. А в чем удобность этого места? Это то, что на одной из них можно построить базу, а на вторую ставить шаттл. Но он при этом он не будет стоять на базе, он будет стоять рядом. Слушай, да, классно. Да, но у нас нет этой капсулы. Классно. Классно. А что там внизу? Можно выходить, да? Да. А что там внизу? Так, сейчас я себе сразу гидразин положу. Так, я застрял, слушай. Как ты застрял? Я в тебе не застрял. Мне не надо. Не стоит. Так, я заправила гидразинчик. Блин, так, какие вот... звезды крутые вообще. О, а вот это что это такое? Смотри, вот рядом это вот это похоже беленькое. На какую-то гнилую грушу, блядь. Тут есть титан, кстати, уже со старта.
Есть. И вот там есть пещера какая-то сразу. И вот эта груша, осторожно, ты можешь умереть, Юр. Да, Юр, я пытаюсь ее убрать, но там ничего нет. Смотри, есть титан. Под низом сразу есть пещера крутецкая. А почему нельзя, кстати, от нашей базы просто поставить опору, а топоры там вот что-то там, эту штуку? Нет, опоры там мы ставить можем. Мы не можем поставить модули. Модули для сканера, принтера, вот этих вот всех приколов. Ой, с исследования, плавильни, всего остального. Так-то мы можем все поставить. Это соединение у тебя? Я не знаю, что это такое. Что-то зелененькое, не похоже на соединение. Что это такое? Они вообще в камне, блять, в каком-то раз. Похоже на соединение, но я их тоже собрать не могу. Не могу собрать. Это непонятно. Странно. Смотри, какой вид вообще, да, кислотный, четкий. Где солнце? Ну посмотри, брось все вообще. Иду. Мать моя, да, стрёмненько. Не, я бы не хотела на такой планете, Юр. Тут ничего не видно. Я хочу, чтобы у меня был... хорошие. Ну что, тогда летим на конечную точку. На экзотику? Ну, или на экзотику, или к нам будем искать исследования. Собственно говоря, ты села, да? Да. Искать эту капсулу, и тогда уже где-то... Ну, наверное, все-таки, наверное, лучше домой искать капсулу, Юр. Чтобы мы могли сделать базу, я не знаю. Потому что там в пещерах, там же у нас дома тоже есть пещеры, в которых кучу еще исследований. Найдем, я думаю? Ну, по идее, как бы да. Вопрос, вон экзотическая, она, кстати, в поле нашего зрения. Но наша с тобой планета, она еще не в поле зрения. Да, она далеко. Так что будем делать? Я предлагаю отправиться на экзотику и пока на этом закончить серию. Мы просто посмотрим, что там есть, какие исследования, те, о которых ты говорила. Может быть, мы сейчас приземлимся в другое место. Ну, более вероятно, что мы приземлимся в другое место. А уже вне серии сделаем себе капсулу. И в следующей серии, ребят, будем уже обживаться на новой планете, если нам позволит... Что? ФПС. Да. Совершенно верно. Юр, ну куда садимся? Сажай. Да, в любую точку, в принципе. Давай. Облака такие прикольные, прям как я не знаю, игрушечные. Мне она нравится, ну прикольная она. Но она самая прикольная из всех тех, что есть. Да, я тебе про что говорю. Так, куда ты-то нас... Ой, ты нас посадил прям возле грибов, Юра. Думаю, это не страшно, сейчас мы выйдем. Так, убегаю. Так, один гриб у нас есть. Уничтожен, вон там второй. Есть. И вон еще, да. Третий. Отлично. Все, от грибов мы с тобой избавились. Угу. И там наверху тоже грибы. О, смотри, там как раз упало одно исследование. И такого еще не было. Смотри, какую я штуку нашел. О, прикольно. О, она на морковку похожа, не знаю, или на пальмочку какую-то. Она похожа на хурму. Ты знаешь, как выглядит хурма? Да, а как мы с тобой ее не утащим с тобой? Как мы ее утащим? Только если склад снять, я так понимаю, да? Нет, мы можем вообще сделать по-другому. Я могу оставить тебя на этой планете умирать, оставить с тобой склад, а сам полечу домой. Что-то мне не понравилась эта идея. Вообще, да, что-то как-то не очень, блядь, перспективка. Я ж зависла. Нормально. Ну, короче, ребят, будем, наверное, заканчивать. Мы сейчас что-нибудь обязательно придумаем. Скорее всего, ты полетишь на шаттле домой, а я здесь останусь. Либо, ну, что-нибудь придумаем, в общем. Ребят, если все понравилось, наше приключение с горой, с планетами посетили. Я так понимаю, что мы все планеты, в принципе, только что посетили. Ну, более-менее, не все, но почти. Ну, практически, да. Мне все понравилось. Ребят, будем надеяться, что вам тоже. Если так, не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, и все ссылочки будут в описании. С вами были Полина Нехочуха. И Юрий Кот. Всем пока, ребят. Всем пока, друзья.